На сегодняшний день уровень газификации в Подмосковье один из самых высоких в стране. За 10 лет порядка 200 тысяч жителей стали абонентами Мособлгаза. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. До 2030 года в Московской области голубое топливо должны получить еще 515 населенных пунктов. Программа по соцгазификации стартовала в Одинцовском округе в июне 2021 года. Еще одна – развитие газификации Московской области до 2030 года предусматривает подключение ранее негазифицированных сел и деревень. В реализацию программы «Социальная газификация» у нас приняло 169 населенных пунктов. За этот период было проложено 195 километров газовых сетей, заключено договоров более 5000 и произведен пуск в дома 1310. Для включения в программу новой газификации необходимо предоставить список граждан, зарегистрированных по месту жительства в этом поселении. Их должно быть от 30 человек. А предельный лимит капитальных затрат на газификацию должен быть не более 450 тысяч рублей в расчете на одного человека. Также в регионе предусмотрены льготы, которые помогают газификации отдельным категориям граждан. Это дополнительная мера поддержки, которая включает в себя бесплатные работы внутри участка, газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Дополнительно в округе работают многофункциональные центры соцгазификации. Жителям в офисе оказывают необходимую помощь и помогают в подключении голубого топлива. Для этого я подал заявку, и сейчас на газификацию. Сейчас я пришел посмотреть, в каком она статусе, проверить и узнать сроки. Те, кто уже получил в дом голубое топливо, отмечают явные преимущества. Как только президент наш объявил о вступлении в силу этой программы, мы сразу обратились в Мособлгаз. И буквально через неделю нам сказали, что наша заявка одобрена. И через меньше месяца пришли люди и помогли нам обрести это счастье в дом. Бывают моменты, когда они уезжают отдыхать куда-то, то приходится бабушке здесь находиться, как говорится, на хозяйстве. Вот. И бывают моменты, когда заканчивается баллонный газ, и мне приходится переключать, и я на телефоне, Валера, куда что нажимать. Вот. Но теперь все это закончилось. Теперь у нас будет постоянное тепло в доме, постоянный газ. Программу догазификации в Подмосковье продлили еще на 3 года. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».